Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2, урок 28. Как разделить двузначное число на двузначное? Найди ошибку в решении примера и реши его правильно. Чтобы разделить двузначное число на двузначное, нужно подобрать число, которое при умножении на делитель может дать делимое. И второе, нужно сделать проверку, умножив делитель на это число. Затем проверить, равно ли произведение делимому. Если да, то можно записывать верный ответ. Если нет, то нужно подбирать новое число. Ошибка в данном примере в том, что 54 разделить на 27 не может быть равно 3, так как при умножении 3 на 27 не получается 54, а получается 81. Это очень много, значит, нужно брать не по 3, а попробовать взять по 2. Проверим. 2 умножим на 27. 27 – это 20 плюс 7. Умножим на 2. 20 умножить на 2 будет 40, а 7 умножить на 2 будет 14. 40 прибавить 14 – получится 54. Значит, 54 разделить на 27 получится 2. Это верный ответ. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.